Средиземноморские страны до сих пор не могут справиться с лесными пожарами. Из-за высоких температур и сухой погоды в регионе возникают все новые очаги пламени, несмотря на усилия пожарных и волонтеров. На севере Алжира, в провинциях Тизи-Узу и Биджая, стихийное бедствие унесло жизни как минимум 69 человек, 28 из которых военнослужащие. В четверг в стране был объявлен день траура. Лесные пожары не прекращаются и в Италии, где накануне зафиксировали рекордную для Европы температуру – 48,8 градуса Цельсия. Особенно тяжелая ситуация в южном регионе Калабрия и на острове Сицилия, где горят деревья на склоне вулкана Этна и в горах Маданеи, недалеко от Палермо. Техники восстанавливают линии электропередачи на греческом острове Эвбея. Большинство пожаров в регионе потушены, но северная часть острова все еще остается без света. От пышных сосен остались лишь пни. Плантации оливок, инжира и винограда уничтожены. А в Черногории лесные пожары добрались до национального парка Дурмитер, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь быстро распространяется по склонам над каньоном реки Таре. Доступ куда затруднен из-за горного рельефа.